Друзья, перед началом ролика я хотел бы вам сказать, что у меня сейчас идет активный набор в мой клан Holdic Elite, прием 13 тысяч трофеев, очень хотелось бы его вывести в топ. Поэтому, если у вас высокие кубки, есть знакомые с высокими кубками, есть желание помочь моему клану, вступайте, вот хэштег на ваших экранах, буду вам очень рад. Приятного просмотра. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Ну что ж, мы подходим к концу. Вот и подошел финиш. Последний, надеюсь, видос. Не, это не последний видос, но это конец челленджа, надеюсь, сегодня будет. У нас, кто не в курсе, с Аурумом челлендж. Кто быстрее прапает всех бравлеров на 500 плюс кубков. А у меня остался один кик, 100 кубков, и он 500. И все мои бойцы уже на 500 плюс. Со мной Арти еще вот сидит. Ребята, ссылочка на канал Арти будет в описании, подписывайтесь на него. Он тоже снимает Brawl Stars, стримит все дела, мы скоро с ним будем мутить разные коллабы, челленджи, батлы, в общем, подписывайтесь на него. Ссылочка в описании. Ссылочка в описании. И также, друзья, смотрите, если у меня получится сейчас за видос апнуть 100 кубков, то в ближайшие дни я создаю новый аккаунт, новый проект без доната. Если вам интересно, пожалуйста, подпишитесь на канал. Если я увижу активность, увижу подписки, много лайков. Не знаю, сколько. Давайте, вот вы можете набрать 50 тысяч лайков. Набираем 50 тысяч лайков, и я сразу же создаю новый проект, на который не буду донатить ни копейки. И мы будем развиваться вместе с Артемом, прокачивать его и посмотрим, как высоко я смогу зайти без доната. Многие этот проект ждут, поэтому вот такие дела. В общем, друзья, давайте рекламная пауза, и мы приступаем к апу тика. Будет жестко, возможно, длинный ролик, но мне нельзя его апать не на ролик, поэтому будет видос такой вот долгий, потому что мне надо видеоотчет каждого кубка. Рекламная пауза, и мы начинаем. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут Аурум, как далеко он от меня находится. Так, Брок, у него 10 кубков, Дэрил, тик. Ой, у него много персов, смотри. Оу, да он жестко отстал. Я не знаю, конечно, что не так, что пошло не так. Может, у него не было времени попросту, но я уверен, что Аурум играет лучше меня. И я не знаю, почему он так отстал от меня, но я реально старался, я стримил каждый день. Я шел к тому, чтобы выиграть челлендж, и надеюсь, что сегодня это завершу. Наказание челленджа у нас следующее. Либо слить все кубки, либо Аурум предложил перекраситься в трансвестита и открывать сундуки или что-то в этом роде. Короче, ну это жесть. Аурум, ничего личного, я пошел лапать, я не хочу переодеваться в трансвестита. Поехали. Друзья, пожалуйста, поддержите ролик лайками и подпиской, я очень вас умоляю. Если сейчас мы все зайдет и мы все доапаем, будет новый проект, который, я надеюсь, вам понравится. Я буду стараться попробовать без доната. Естественно, я буду бомбить, я буду орать, что ничего не падает, трудно прокачиваться. Это все будет, я это все понимаю, но вам же интересно на это посмотреть, как Холдик будет страдать без доната. Поэтому подписывайтесь, и мы посмотрим, как быстро и как долго мне понадобится... Как быстро и как долго... Как много мне времени понадобится прокачать! Убегай, 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 убегай! Фух, все отлично. Меня, блин, рикошет зажал, гад. Как много времени мне понадобится, чтобы, ну, апнуть много кубков? Так, все, я сейчас ресаюсь. Забираю на себя робота, ты уходи пока. А, все, понял, это мне надо... Я не знаю, куда мне убегать. Это, походу, первая катка слив. Ладно, ничего, не повезло просто, не повезло. Давай, погнали, минус 5 кубков, сразу следующий бой. И так сложилось, что ровно 100 кубков я апаю, и ровно 14 тысяч трофеев у меня. Блин, это прям реально годный видосик должен получиться. Я надеюсь, вы его досмотрите до конца. Вот. И поддержите меня лайками и подпиской. Хотя бы за старание, реально, вот серьезно, вот я как никогда вот старался в этом челлендже, и у меня открылось второе дыхание, я вот как-то на БС-очку вот, ну, в связи с тем, что лето на улице, тепло было, я подзабил, сейчас на улице у нас холодно, дожди, поэтому я сейчас прям задротить начал, и не на видос, я на 500 плюс сейчас играю прям, и клан свой в топ вывожу, кстати, сейчас клан надо показать вам, Holdic Elite, вступайте, у нас клан в топ-2 СНГ, опять же, такой мини-соревнование с Аурумом, ну, мы никак не забивались с ним на этот спор, ну, чисто хотелось бы мне выйти в топ-1, получится или нет, я не знаю, у него там сильный клан, но, может, есть зрители, которые сейчас меня смотрят, и у них много кубков, они могут мне помочь поднять клан в топ, я буду вам прям чрезвычайно благодарен. Чрезмерно. Короче, очень-очень благодарен, я думаю, вы поняли. Так, ну что, вот эта каточка пошла. Вот первая не зашла, конечно, минус 5 кубков.
Сразу там у нас не склеилось что-то, поэтому мы проиграли. А сейчас мы тут быстрые катки будут, поэтому вы не думайте, что 10 каток будут сейчас полчаса. Хотя они будут реально где-то полчаса. Да, полчаса где-то они будут точно. Но это и то с учетом того, что нам надо все катки прям будет затащить. Меня зажали тут Спайк с Поко. Ты умрешь, да? Нет, не умрешь, не умирай. Не умирай. Вниз, тупо вниз. Все, я сейчас резаюсь, мы робота убиваем. Так. На грани, поехали. Да, вообще красава. Там меня, блин, зажали, гады. Давай. Оп. Давай, забирай, танкую, а ты его дамажь. Там не выстрелит. Так. Нормально. Есть, все. И там Спайк очень наглый, блин. Давай его. Так, вот они убили их. Я голову вот так выпускаю. Не знаю, сколько она нанесет урона. Нормально. Эй. Давай. Ой. Пока. Меня убил, но а, ты хилься. Хилься, да? Хилься. Крутится. Давай. Эй. На него робот пойдет. Все, уходи. Все, отлично. Но у него хилка есть. Давай, ух ты. Ну зачем ты на него подходишь? Красава, блин. Я думал, ты его не убьешь. Фух. Я думал, ты его не убьешь, правда, так очковал. Красиво вообще. Ну тут арти порешал. Ты в прошлом поединке он неплохо так. Я ракую, на тике не получается. Плюс 9 кубков. По 9 кубков, это нам больше, чем 10 каток. Ну поехали. Стой, чем отмена. А, не покажу вам клан свой. В следующий раз. Ну, клан мой в рекламной паузе, хэштег вы могли видеть. В рекламной паузе каждый видос мой клан видно, поэтому дерзайте, пацаны. Так. И, кстати, ребятки, кто не в курсе, мы еще с Арти сейчас и не только помоги, с ним. Ой, там у меня такие бомбы тупые, это я тупой, я знаю, все. Забей. Я просто привык до динамайка, автоатакой можно добить, а тут, блин, долго летят эти бомбы. Мы снимаем сейчас много разных рубрик на лайв-канале, и я вам рекомендую подписаться на влоговый канал. Там у нас прыжки с моста сейчас, там арти скидывали с моста, толкнули, то угар, да посмотрите, если вам интересна такая тема. Также мы скоро, как потеплеет, поедем в лес втроем, я, Рома и Арти, будем без еды там пытаться выжить. Если вам тоже такое интересно, подписывайтесь, ссылка в описании. И также у нас там рубрика, где Рома ест разную экзотическую пищу, которую, блин, ну невозможно там переваривать на нюх, на вкус, а он это все пробует и ест. Ну короче, если вам интересно что-то помимо игр, то ссылка на влоговый канал в описании. Буду рад вас там всех видеть. Так, все, я собрался, разобрался, поехали. О, смотри, сюда, срочно, сюда. Давай. Yes, давай, голова родная. Почему не прыгаешь? Я ухожу, я сдох. Пипец просто, как не прет. Да, выходи. Блин, опять я подставляюсь. Не знаю, как так не повезло мне. Ой, только не робот, ты гонишь? Так Шелли не даст нам. Давай на Шелли, она на Шелли сагрится, во. Он побежал вверх. Все, я сейчас резаюсь, поехали, зажимаем. Не будет. Давай, зажимаем. Оп. А, она пошла туда через дым. На. Ладно. А, я думал, она с динамайком, лол. Ой, ее убивает. Ух ты, ё-моё, 11 банок. Да ты шо, блин, бычара. У него даже фамилия Быков. Он играет за быка. Прикольная тема. А ну, попробуй как-то... О, да, вот так. Чикс. Промазал, да? Ну все. А вот это было нежданчик, А я где? Я не резнулся. Ноль кубка, мы третье? Просто. А как так? Такой бой, и мы в ноль просто. А, это там... Блин, ну это было реально не очень. То, что Шелли резнулась. Ладно, поехали. Так. Я не могу, ребята, вам сделать видос там три катки всего лишь, потому что я должен показывать вам все кубки, которые я апал. И даже если я сейчас перезапишу дубль, то будет непонятно, откуда взялись эти 4 кубка. Поэтому, к сожалению, ролик будет длинным, но зато честным. Я челлендж хочу затащить честно. Хоть, может, сейчас некоторые напишут, что... А, ты же стопами играл в 3-3, хотя это запрещено правилами. Но я слил обратно эти кубки, там 30 кубков, и то это по случайности было. Поэтому, ну, хз, короче, я считаю, что это не грубое такое нарушение. Я же не там, не фулл перса проапал стопами. Да, давай я буду сейчас. Так, все, я ее не подпускаю. Да, срать на эту ульту. Она без пассивки, значит, она никчемная.
Ладно. О, привет. Ай, больно. Блин, так обидно, предыдущая катка, она должна быть была победной. Там жестко, блин, только Шелли появилась. Последний 8 банок у этого Леона. Давай живи. 10 у нас. Найс. Оп-о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 п. Ой, ты зря, конечно. Как ты их убил? Там вот так вот. Капец. Ну я думал, ты сдохнешь. Пока не сдох. Ну все, это топ-1. Ну я не знаю, 16 банок. Кто нас вынесет? У меня отхил просто лютейший. Так. Ой-ой-ой. Давай. Мы вчера на стриме так жестко тикапали, ребят. Ой. Ой. Оп, минус Леон, да. Так, Розочка, привет. Спасибо за банку. Так, ну, Динамайку капсда. Динамайку капсда. Так, все, жирная Тима минус. Робот минус. Да, все, можно просто в упор ближником становиться. Кто у нас там? Шелли? Да пошли на Шелли просто. Смотрите, на. Даже ульта ее ничего не делает. 29 банок, но это читер. Так. Итого 413 кубков. Не так много нам осталось. Быстренько покажу вам свой клан. Ребята, ровно у нас 4 места. 4 места, 14 тысяч кубков. Пожалуйста, вступайте, кто хочет помочь. А мы сейчас немножко спустились, но у нас покикали людей просто. Вступайте, буду вам безгранично благодарен. Поехали в бой дальше. Ролик уже длится 11 минут, а нам осталось еще 80 кубков. Ну ничего, сколько бы ролик ни был минут, самое главное для меня это... что, честно, мы завершим батл. Хоть я, опять же, чуть-чуть, блин, нарушил тогда правила, но они никак не повлияли на результат. Абсолютно никак. Я кубки обратно слил и дальше продолжил лапать соло на видос. То есть, я не думаю, что это прям как-то влияет на мою победу. Если я, конечно, сейчас... Ну, я надеюсь, что сейчас Серега не апнет во время, когда я вот этот ролик записываю. Может, у него какой-то там коварный план. Так, я робота пойду заберу, да? Давай. Тут, блин, Фрэнк не дает. Я сейчас их отпугну. Он на воробушка погнали. Там воробушек сам с роботом не справится. Надо помочь ему. Так, я сейчас... Я буду наперед ему накидывать. Так, да все, минус воробушек. Так, на Фрэнка голову кинул. Тара? Да что она тебе сделает? Так, 10 банок, найс. Да я его убью, я его убью. А, он ушел уже, блин. Ну ладно, нормально, нормально. Так, все, минус еще какой-то чел. Вообще, блин, хаос происходит. Смотрите, как мы быстро фармим банки. Давай обходим снова. Крутая у нас комба. О, привет. Я Фрэнка, если достану. Ага, ну давай, помогай мне. Я как бы танкую сейчас. Но у меня отхил хороший. Я в этом плане вообще молодец. А, ну давай, я пока с роботом буду тусоваться. Бегаешь по карте. Пам! Блин, круто. Так. Смотрите, меня тупо Роза не может убить. У меня... Просто отхил идет. Ну ладно. Она ничего не может сделать. Победа, отлично. Без шансов. Без шансов. Арти, может, плохо слышно, потому что микрофон больше возле меня. Вот, но его слышно очень хорошо на его канале. Ссылка в описании. Да, переходите. 80... Обязательно подписывайтесь. Да, подпишитесь на него, потому что мы будем мутить совместные стримы, видосы скоро. Вот. И там у него много кого YouTube подписал, поэтому проверьте, может вы были подписаны, а потом отписал вас YouTube, поэтому чекайте. Вот. А вообще подпишитесь, снимай, потому снимай, что, давай. Чё этого забрать? Блин, жестко. Бля. Оу. Так, ну я тут баночки ладно, поразбираю, я тебе оставлю. Ну, не так много, нормально. Только не слейся. Не-не, чё я слюсь, я же мастер спорта по Brawl Stars. Не переживай. Голова пошла. А что, нормально, я Пайпер убью сейчас. А, нормально, а ты резнулся, да? Что там, я тут зашел в какую-то глушь. Я тоже сейчас в жопе, блин. Уходи. Еще просто. На меня робот сейчас сагрится, уйди походу. Просто. Да нет. Я убью, убью, убью. А ну и что, нормально. В этой катке что-то у меня не идет. Да, что-то не пошло. Ну ничего, я пока живу, это главное. О, 8 банок, понял, принял, ухожу. Нам бы хотя бы топ-2. Да хоть топ-3 уже. Да топ-3 это 0 кубков, надо не устраивать нас топ-3. Так, я не знаю, пока голову не буду выпускать. Ай, блин, мне главное не умирать, а то у меня... Тусуйся там где-то на краю карты. Ладно, хорошо, я буду с краю карты. Тут... Блин, да тут у всех так много банок, я тебе отвечаю. Лучше иди сюда, тут по-любому какая-то тима сейчас между собой закусится. И мы подберем банки и, в принципе, можем вырулить. Не обязательно... Давай, кальтан. Давай, я голову на него спущу. Просто пошла голова, смотри. Опа. Минус все просто. Вот это плохо. Давай, раскидывайся. Так.
Да что-то я криво раскидываю, не могу, блин. Ну ты ему хилиться не даешь, это уже плюс. Так. Голова давай. Нифига себе у него хил. Да-да. Ну до сих пор, посмотри, до сих пор 3. Давай, резайся. Все, тогда не засали. Так, отлично, давай робота забираем. Я тут буду накидывать пацанов. Вау, так, нифига. Идет. Давай просто мешаем. Блин, давай вот этого забирать. Ой, что так жестко? Блин. Вот этих 16 банок надо. Смотри, какой тут замесик. Давай. Я закидываю их. Просто пошла голова. Пошла башка. Давай. Все, смотри, 23 банки, блин. И робот на него сагрился. А-а-а, лютая фигня. О, жесть. Нельзя отдавать банки. Нельзя. Ты дал, да? 8 хп. Где он? Он сдох. А, он сдох? Блин. Ай, под себя. Наперед кидаю. 6 секунд. А, башка. Давай. 800 хп, 800 хп. Давай. Подбирай с меня банки подбирай. Давай, ты должен его вынести. Давай, оп, и ультуй. Это было очень потно. За эту катку вы обязаны лайк поставить и подписаться на наши каналы. Ну, блин, мы проигрывали весь поединок, нам вообще не перло. И плюс 9. Фух, 70 кубков осталось, ребята, блин. Очень круто. Ну, уже 16 минут прошло, но я однозначно даапаю. Однозначно. Так у меня уже был на 500. Кто? Был? Ну и что, нормально, тащим. Потом Шелли заменишь, все равно они на одинаковых кубках. Шелли будет поярче. Жаль, у тебя аптеки нету. С аптекой вообще нас бы никто не вынес. Ты шо? Там у тебя тоже неплохо. После еды, давай пойдем. Да, так. Тут не важно, кто сначала банки собрал, все равно можно затащить. Крутая карта, крутой один режим. Выловишь, да, один момент выловишь. Грамотно подойти, вовремя подойти, точнее, даже. Не грамотно, а вовремя. Блин. Летчик за летчик. Так. Так, Пенни, привет. Пацаны, здорово. Шо, как? Как жизнь? Есть, убил Пенни или не я? А, да, холдик убил. Блин, закидывает вообще. Давай, я тут помогу. Ну... Давай, я тут и этого динамайка буду подпушивать. Оп. Давай. Тут еще один. Боже, тут везде динамайки. Мне надо уйти. О, робот. Сейчас кинет бомбу, он кинет бомбу. Нормально, я выжил, он промазал. Динамайк кривой. Слушай, я тебе помогу, только не умирай. О, красава, Сдох? Не сдох. Давай, и закидываю. Главное, чтобы воробушек не прыгнул на тебя. Банки, я все. Улетай. Я отхил, пошел. Я скинул груз. Все, отлично, вообще жестко. Так, сейчас робота забираю. Поехали, робот, поехал. Ах. Так, он на тебя, окей, тогда закидывай. Думал, он на меня пойдет. Так, есть. Так, опа. Так, Шелли, сейчас я буду туда закидывать, чтобы она ушла оттуда. Ну, 10 банок, да, это нас... Но у них тоже там неплохо, слушай, у Шелли 10, ой, 9. 5. А, у той... Вот в той Шелли, да, наверное. Так, робота не хотелось бы, конечно. Давай. Так, хорошо, отлично. Ну, давай робота забираем, что мы сейчас по-быстрому его разделаем тут. Да, плюс банки не помешают, слушай. Ты что, смотри, оп, разлетаем. Пошла голова, полетела башка, полетела. Давай. Пам, минус динамайк, отлично, все, закидываю. Ой, сейчас ультанет меня. Блин, она отхилилась пассивкой. Да нормально. Смотри, как сидят, блин, внизу. Да нормально. Воу. Ё-моё, живи. Ты её забрал? Да. Давай, перестреляй, ну... Я выхилюсь. Сейчас его робот ударит. Давай, так кто же сдохнет? Что за игры такие? Что за игры, да, прям нереально тащим. Так, 440, осталось 60 кубков.
Молодец, Шелли, сейчас с ульты меня вынес. Смотри, это ничего не может вынести. Э, блядь, ты успокоишься, дура, ты. Две ульты запустила. Фуф. Дорогие друзья, вы сейчас видели ускоренную версию апа кубков, но запись идет 51 минуту. Вот вам пруфы, сейчас я вам покажу, вот вам пруфы. А, вот, видите, рек 52 минуты 07, вот. А, если бы я сейчас не ускорил эти все катки, ну вы бы 50 минут, наверное, точно бы не смотрели. Но в любом случае, это все на видео, это все в онлайне, это не где-то там кто-то, да, то есть вы это все видели просто в ускоренной записи, потому что... Ну, мы проигрывали, у нас не все катки гладкие были, поэтому осталось две каточки, и у меня 14 тысяч кубков, и я затащил этот челлендж. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и погнали. Ух, блин, как же мы напотелись, о, жесть, какие же катки такие жесткие, мясо такое. Карта неоднозначная, постоянно камбэки, поджимаю. Блин, такие дикие были. Фух. Да, жестко. Так. Сразу баночки, давай. Оп. Одной. И вот тут. Две, да, две заберу. Что ты, блин, прошу? Да я заберем ту, она никуда не денется. Тут просто главное вот эту отвоевать. Я ПМ заберу. Ой, я лучше уйду, потому что Бо подходит. Так, все, смотри, главное в центр сейчас, чтобы нас не зажали. Да, потихонечку отходим. Так, все, ПМ. Блин, ладно, они дальники, давай не будем. Давай в лабиринте бегать. Так, две каточки. Ну что ж, ребятки, лайкосик жду. Надеюсь, поставите, потому что, блин, попотеть пришлось. Оба! Да нормально, я его сейчас подожму. Так, тихо. Сюда иди! Опля. Робот, давай забираем. Оп, накидывай пацанов. Так. Куда ты будешь идти? Давай, сюда буду. Под себя кидаю бомбу. А, ну все. Так, ну что? Чё ты не добиваешь? Да не было выстрела. Бомбы не взорвались просто. Так, оп. Блин, нас поджимают немножко, но я буду отстреливаться. Ай, случайно. Не, ну нормально, у Кика хил жесткий. Спасибочка нормальная у него. Так. Не, ну ты, блин, ПМ, вообще, блин, бесстрашная. Видимо, ничего не боишься в этой жизни. Ладно, еще одного робота. Так, поехали. А, голову убили мою. Так, ПМ, давай. Отхил, пошел. Ой, я умру, дядя, я умер. Это, может, такой еще момент? Да ты заберешь робота, нормально. Все, манси, просто динамайка. Он сейчас хочет ультануть у тебя. 5 тим еще. Ну, у тебя 11 банок, надеюсь на это. Все, уже 4. Фух, 4. 4. Тоже 11, смотри, вот, да. Ну, я сейчас их забросаю. Ладно. Так. О, там сдох ворон, 3 тима осталось. Давай. Отлично, это вынесли. Ну все, топ-2 уже минимум. Давай попробуем топ-1 взять. Всё. Так. И вот здесь подзабросим. Оп. И топ-1! Красиво, просто. Жесть. Итак, получается, сколько у меня кубков сейчас? А, 496, 4 кубка. Сейчас мы сольем. А, блин, класс. Ну что, последний бой, и я выиграл челлендж. Поехали! Ух, как жестко, блин. Аж не верится, что я всех бойцов проапал на 500 кубков. Я реально хотел сдаться. Спасибо, я хочу даже сказать спасибо Ауруму, что он килл мне этот челлендж, потому что я уже хотел забивать на основу, я хотел сливать кубки, потом обратно поднимать, короче, херней какой-то заниматься я хотел. И у меня там около 5 персонажей, по-моему, были не на 500 кубков. Я думаю, да я их никогда все равно не апну, и все. И в итоге мне Аурум кинул такой вызов, и я такой думаю, да не, надо дапать. И вот у меня все персонажи спустя там сколько, ну неделя понадобилась, да, или я не считал сколько дней понадобилось мне. Вот, и у меня уже все персы на 500 кубков. Зашибись. Так, робота. Ну все, смотрите, это топ-1 катка. Все, можете меня поздравлять уже. Да? Не рано поздравляйте, я верю в нас. Смотрите, просто робот за роботом. Так. Да, походу это на победу. Ну все, это однозначно победа. Посмотри просто. О, тут еще сидел, прикинь. Да что ты тут ультуешь, блин, Доди? Гля, еще один робот. Да давай просто, пускай они там между собой. А мы пока просто. Тима с тимами, да. Ох, капец, робот только реслился, минус. Сейчас опять еще один робот, смотри. А давай чисто собирать на банке. 2400. Еще один робот, капец. Просто херня какая-то.
Смотрите, просто только он резнулся сразу. Не, ну это жесткий поединок. Это просто босс баны. Да. Сейчас опять, смотри, вот где-то тут робот. Давай, спавни. 20 банок у нас. Мы тупо всех роботов, наверное, на этой карте забрали. Так. А где робот? Я не понял, что так долго робота не было. Да, что-то стало. Так, ладно, забираю Тиму, короче, Спайка. Ну все, он никуда не уйдет. Да, осталось 3 Тимы. Это я даже банки не собираю, насколько зажрался. Так. А я не жадный, я буду себе. Давай, собирай. Смотрите, тупо я в соло робота размочил. Я даже стою, смотрите, он меня не убьет. Я тупо на отхиле. 9 тысяч какой-то. Да. Ну все, ребят, можете поздравлять, я затащил челлендж. Я... прошел игру. Не, ну я еще не прошел игру, я хочу кое-что закончить. Сейчас закончу поединок. И скажу, что я хочу сделать. Ну это в любом случае, даже хоть и мы сейчас и... 30 банок, просто. Расслабился. Давай, блин! Ну что ты крутишься, блин? Сдохни уже. А, все! Все, ребята! 57 минут мы апали этих персов, точнее этого перса. Чтобы взять 500 плюс кубков. И внимание, ребята, внимание. Вот самое главное. 14 тысяч трофеев. Давай 5, просто. Ребята, вы обязаны поддержать Арти за эту помощь. Блин, вы смотрите, быка ему на 600 апнули. Все бойцы на 500 плюс кубков. Ни одного бойца ниже 500 нету. Проверяем Аурума. Нажимаем, чтобы я сейчас в этот момент я был точно уверен, что Аурум не на... не на 14 тысяч, так, сколько, где тут Аурум, вот, смотрим. Да, у Аурума не все персы, далеко, он далеко от меня оторвался, короче, я затащил челлендж, yes. Вы обязаны подписаться на канал, вступайте в мой клуб, ребята, давайте попробуем еще клуб вывести в топ. Может, ну, есть люди, которые могут мне помочь вывести клуб в топ. Тоже хочу первое место. Вот, что еще хотел сказать. Ребята, теперь скоро будет проект без доната. Обязательно подписывайтесь, ждите новые ролики. Основу я не забрасываю, я буду поднимать всех. Я хочу вот еще путь к славе завершить. Вот, 14500, вот тогда будет точно пройдена игра. Фух, это было круто. Просто, блин, ну кайф. Просто кайф. Ребят, спасибо вам, что поддерживали. Спасибо, что подписываетесь, ставьте лайки. Все хорошее, я пошел монтировать этот видос. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока.